Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Cooking Brunch, его ведущая Ирина. Спасибо, что нашли время и заглянули на мой кулинарный канал. Сегодня мы приготовим полезный завтрак. Я хочу с вами поделиться не только вкусным рецептом, но и хорошим настроением. Всем желаю приятного просмотра, а если видео понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться. Для начала нарежем все продукты. Рецепт этот очень простой, просто для профессиональных лентяев. Берем граммов 50 колбаски, совершенно любой, вареная, копченая, ветчина, мясо, все что угодно. Если нет колбаски, можно обойтись и без нее, тоже будет вкусно. У меня сегодня сырокопченая колбаска с салями. Я ее нарежу соломкой. Нарезка здесь тоже не влияет на вкус, так что нарезайте как вам удобно. На завтрак мы много времени не тратим. Поэтому все делается очень-очень быстро. Здесь же нарежем немного зелени. У меня сегодня зеленый лучок, 4 перышка и немного петрушки. Зелень подойдет тоже совершенно любая. Берем любую форму для запекания. Я ее предварительно смазала сливочным маслом. И разбиваем сюда 4 яйца. Сюда же 70 мл молока. И быстренько все размешаем. К яйцам с молоком я добавляю колбаску, которую мы с вами уже нарезали. Зелень. Граммов 50 натертого сыра. У меня моцарелла. Половину чайной ложки соли. И чайную ложку прованских трав. Еще раз хорошенечко перемешали. Посмотрите, как красиво уже получилось. И что мы еще любим на завтрак? Конечно же, хлеб. Батон, тост, подойдет любой. 4 кусочка кладем прямо в эту смесь. Вкусную, красивую, ароматную. И вот так вот переворачиваем. Переворачиваем так, чтобы кусочки хлеба, кусочки батона покрылись этой вкуснятиной. И отправляем всю эту вкусноту, красоту запекаться в духовку на 20 минут. Температура духовки 180 градусов, и вы понимаете, какие вкусные ароматы у меня сейчас будут на кухне. Своих не хочу, я точно накормлю вкусным, полезным завтраком. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Это же не бутерброды, а золото. Сейчас перекладываем на тарелочку. По вкусу напоминают мини-пиццы, но даже, я вам скажу, вкуснее. Вкусно и полезно. И последний. Друзья, ну это прям очень вкусно. Даже вкуснее, чем пицца. Бутерброды мягенькие, сочные. Дети точно оценят по достоинству ваши старания. За это время, пока стояли они в духовке, можно себе приготовить чашечку кофе. Всем рекомендую приготовить. Поделитесь этим рецептом с друзьями, ставьте лайки, свои фотоотзывы, как всегда, можете прислать мой инстаграм. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра, всех люблю, целую, прощаюсь с вами, до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!